На всех весенне-летних показах один из главных моментов – это кожа. Нам нужно проработать максимально лицо, убрав все недостатки и подчеркнув сияние кожи, здоровый цвет лица. Мы наносим тон пальчиками, растягивая его от центра лица к краям. Очень легко вы касаетесь кожи век, она не должна быть ни в коем случае забита, просто мы чуть-чуть перекрываем капилляры, они стали менее заметными. В первую очередь для того, чтобы создать свежий, умный, отдохнувший вид, мы намазываем синячки под глазами. Полупрозрачно легонько касаемся области под глазами, так, чтобы не выглядело это слишком плотно, чтобы не утяжеляло нижнее веко. Мы наносим хайлайтер на верхнюю часть скулы, чтобы подчеркнуть сияние кожи, рельеф лица, контур верхней губы, немножко тронуть пространство под бровью и внутренний уголок глаза. Хайлайтер мгновенно делает лицо более отдохнувшим, юным, ухоженным, кожу более роскошной. Он подчеркивает такое как изнутри свечение кожи. Практически ни один весенне-летний показ не обошелся без большого количества хайлайтера на лице. Для того, чтобы создать юный, здоровый, свежий очень такой образ, мы наносим румяна на самую выступающую часть скулы, трогаем кончик носа, подбородок, так, чтобы не было каких-то четких пятен, просто еле касаясь, так, чтобы у нас лицо в целом смотрелось свежо, то есть были не только щечки проработаны, но и все лицо.